ждете новые сюжеты, у вас есть интересные видеоматериалы, присылайте их на электронную почту subscriber.tt@gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together.
Прибыщенский переулок. Троллейбус прибыл на конечный пункт маршрута. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей. Не забывайте свои вещи в салоне троллейбуса. Всего вам доброго. Улица Литвина-Седова. Следующая остановка – Шмидтовский проезд. Угловой переулок. Следующая остановка – Новолесная улица. Второй лесной переулок. Следующая остановка – станция метро Белорусская. Станция метро Белорусская. Следующая остановка – Белорусский вокзал. Белорусский вокзал. Следующая остановка – Электрический переулок. Электрический переулок. Следующая остановка – Малая Грузинская улица. При выходе из троллейбуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщите водителю. Малая Грузинская улица. Следующая остановка – Большой Тишинский переулок. Большой Тишинский переулок. Следующая остановка – улица Климашкина. Улица Климашкина. Следующая остановка – станция метро улица 1905 года. Станция метро улица 1905 года. Следующая остановка – улица Трехгорный вал. Федоровский автобусно-троллейбусный парк приглашает водителей автобуса для работы на линейных автобусах и учеников водителя автобуса, а также водителей троллейбуса и учеников водителей троллейбуса в возрасте от 21 года. Федоровский автобусно-троллейбусный парк расположен недалеко от станции метро «Парк Победы» по адресу улица Дениса Давыдова, дом 2. Телефон отдела кадров 8-499-613-65-44. Улица Трехгорный вал. Следующая остановка – улица Анны Северьяновой. Улица Анны Северьяновой. Следующая остановка – Красногвардейский бульвар. Красногвардейский бульвар. Следующая остановка – Шмидтовский проезд. Шмидтовский проезд. Следующая остановка – школа номер 255. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне троллейбуса ведется видеонаблюдение. При отправлении подъедьте к остановочным пунктам в избежание штрафа, держитесь за поручни. Школа номер 2055. Следующая остановка – улица Литвина-Седова. У
Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Ожидая автобус, троллейбус или трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из настоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Улица Людмила Седова. Следующая остановка – улица Подвойского. Мебельная фабрика. Следующая остановка – Грядская улица. Уважаемые пассажиры, на маршрутах городского наземного транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированной льготной карты нарушителям накладывается административный штраф в размере 2500 рублей. На ней осуществляется контроль оплаты проезда. Грядская улица. Следующая остановка – кинотеатр «Прага». Кинотеатр «Прага». Следующая остановка – Петровско-Разумовский проезд. Петровско-Разумовский проезд. Следующая остановка – улица Верхняя Масловка. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Ожидая автобус, троллейбус или трамвай, не стойте близко к краю тротуара. Будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданный выход из настоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Улица Верхняя Масловка. Следующая остановка – улица Верхняя Масловка, дом 15. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне троллейбуса ведется видеонаблюдение. При отправлении и при подъезде к остановочным пунктам во избежание травм держитесь за поручни. Улица Верхняя Масловка, дом 15. Следующая остановка – Петровско-Разумовская аллея. Станция метро «Динамо». Троллейбус прибыл на конечный пункт маршрута. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей. Не забывайте свои вещи в салоне троллейбуса. Всего вам доброго. Улица Кусинина, дом 13. Следующая остановка – Центральный дом культуры Всероссийского общества слепых. При выходе из троллейбуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщите водителю. Центральный дом культуры Всероссийского общества слепых. Следующая остановка – Международный центр научно-технической информации. Песчаная площадь. Следующая остановка – Вторая Песчаная улица. Вторая Песчаная улица. Следующая остановка – Кинотеатр «Ленинград».
Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Ожидая автобус, троллейбус или трамвай, стойте близко к краю тротуара. Будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданно застающие транспортные средства могут стать причиной аварийной ситуации. Слушайте Марины Ростовой. Следующая остановка – улица Лизы Чайкиной. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне троллейбуса ведется видеонаблюдение. При отправлении и при подъезде к остановочным пунктам в избежание травм держитесь за ключ. Внимание! Троллейбус начинает движение. В избежание травм держитесь за поручни. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает филиал Центральной группы Мосгортранс. Троллейбус следует по маршруту номер 57 до конечной остановки мост Октябрьской железной дороги. Следующая остановка – мост Окружной железной дороги. Станция метро Войтовская. Следующая остановка – железнодорожная платформа Ленинградская. Улица Приорова. Телеателье. Следующая остановка – улица Зои и Александра Космодемьянских. Улица Зои и Александра Космодемьянских. Следующая остановка – Ройков номер 27. Уважаемые пассажиры, на маршрутах городского наземного транспорта организован ежедневный контроль на полотне проезда. Напоминаем, что за бесплатный проезд и неоплаченную работу багажа установлен штраф в размере до 3000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированной дорожной карты, на маршруту наказывается административный штраф в размере 2500 рублей. На линии осуществляется контроль оплаты проезда. Ростов номер 27. Следующая остановка. Стадион «Наука». Кинотеатр «Байкал». Следующая остановка. Университет природоустройства. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Приходите в улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Каждая автобус, троллейбус или трамвай, стойте близко к краю тротуара. Будьте внимательны при переходе проезжей части. Неожиданно настоящего транспортного средства может стать причиной аварийной ситуации. Университет природоустройства. Следующая остановка – улица Лихогорские бугры. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне троллейбуса ведется видеонаблюдение. При отправлении и при подъезде к остановочным пунктам в избежание травм держитесь за поручни. Улица Лихогорские бугры. Следующая остановка – педагогический колледж. Педагогический колледж. Следующая остановка – мост Октябрьской железной дороги. Конечная.